Я уверен, тут осталось ценное добро. Можно еще порыскать. Ваша свадьба. Важные персоны, изысканные блюда. Хотя, помнится, твой брат когда устроил сцену. Зачем ты постоянно его вспоминаешь? Оставь моего брата в покое. Ты понимаешь? О, тебе понимаю. Дальше тем опаснее становится растение. Надеюсь, ты сдюжишь, гном. Слушай, мне тоже известно, какими уродами могут быть родичи. Мы с Синдой так надолго расплевались, что я начал забывать, что у меня есть брат. Ну, отчасти вина лежит и на мне, потому что я просто взял и ушел. Но это никогда не мешало мне почти во всем винить его. А? Ничего не напоминает? Что ты хочешь сказать? А то, что это все не конец света, ясно? Когда мы в итоге перестали дурить, сразу все вернулось на свои места. А он продолжил доводить меня до белого коленя, как и всегда. Родичи все такие. Стараешься держаться поближе, а они сводят тебя с ума. Зачем ты мне сейчас все это говоришь? Моя цель — вернуть себе свободу. И я не собираюсь ни на что отвлекаться. Слушай, в общем, я о том, что если тебе все же доведется потолковать с братцем, не обязательно так держаться за всю дрянь, что когда-то прозвучало. Хватит! Я снова предстану перед фрейром только тогда, когда буду твердо стоять на ногах. Тебе понятно? А не сейчас, не в таком абсурдном положении. А, так это значит дело принципа. Ну, надеюсь, у тебя это пройдет быстрее моего. Очень душевная история. Иди в жопу. Сам иди.
На что пошел Один, чтобы изгнать их? Какое оружие по его указу создали гномы? Или тут хватило Мьёльнира? Может ли один воин сотворить такое? Это зависит от оружия и от воина. Здесь было столько лодок. Люди из других деревень приезжали сюда. Никогда ее воды не были настолько пустыми. Эй, чего... Оборотни, а ну заткнитесь все! А? Меня пугать? Ну я сейчас... А да, это не волосатые штыни! У тебя кишка тонка! Кому Держи коней!
Кажется, здесь пока ничего не выйдет. Что ты нашел? Небось, пригодится. Если не хотите лишиться потрохов. Я! Прошу, здоровяк, твой народ не принимает гостей? Не знаю. Это уже не мой народ. Ну-ка, подкинь. Счастлив, что Средоброк был рядом. Ой-ой-ой. Зараза! Ну! Пожалуй, надо его забрать. Не расслабляйся. Yeah.
тихо. Так, так, кто же это? Одноглазый послал вместо себя очередного бога? Что, Тор занят? Мы не служим Одину. Нет? Тут ведь не лучшее место для прогулок. Правда же? Ну-ну, не надо угроз, брат. О, знакомый голос. Знаешь, я б снес твою башку, но, похоже, меня опередили. Да, метко подмечено, брат. Нет, я тебе не брат. Ты продал мою сестру этому... уроду. Мы заключили мир. О! Правда? Ну и где же он? И где моя сестра? В асгардской тюрьме? Или в могиле? Отвечай! Тогда ответит твоя кровь. Хватит! Что это? Почему у птицы ее голос? Это я, Ингви. Некогда объяснять. Послушай. Эти двое служат мне. Я верну себе то, что у меня отняли. Уже поздно. Сделанного не исправить. Нет, я исправлю. А теперь пропусти их. Итак, вы слуги сестры. А, как и все мы. Срежь его. Не могла сразу меня оттуда спустить, старая карга. Ой, уймись, Блабар, иди сюда. О, вот я и нашел, что искал. Пожалуй, я догоню вас позже. О, да что ты? Делай, что хочешь. Брат, если ты не против, я бы потолковал с господином Фрейером. Брок? Ты совсем обнаглел ставить свою лапу около моей груди? То, что я тебя обняла, не значит, что я тебя простила, склочный недомерок. Мы все обустроили так, что ты можешь спокойно ходить между мирами. Не благодари. Куда я пойду? Это моя семья. Ты, может, семьей не дорожишь, но я не такая. Это я-то не дорожу. Я, если хочешь знать, помирился со своим безмозглым братцем. Купаться мне в лунном свете? Неужто братья Хультры снова взялись за дело? Мы даже живем вместе, как порядочные братья. Ишь ты, не дорожу. О-хо-хо-хо! Тогда помоги мне в кузнице, а заодно все и расскажешь. Эй, бро, не представишь меня своему бравому красавчику-защитнику? О чем разговор? Это Кратос. Хотя можешь называть его, как тебе вздумается. Кратос, Лунда, старая подруга. Ну, это лучше, чем ничего. Ну да, лавка открыта.
Я-то готов. Что надумал? Ну, что делаем? Ну вот, так тебе ничего не оторвут. Ну, может, поживешь подольше.
Этот лагерь не должны найти. Тебе ясно? Я не выдам вашу тайну. Да, ни в коем случае. Хорошо. Приветствую, слуга Фрей. Не говори с ним. Шел бы ты своей дорогой, чужак. Может, он поможет нам? Зачем говорить с ним так резко? Я могу назвать с десяток причин. Уходи. Иди к своей пташке. Мне жаль, что наше знакомство не заладилось. Мы привыкли видеть в этих краях только асов. Приветливые лица для нас редкость. Это ведь приветливые лица? Его зовут Кратос, и нет. Асы в Ванахейме? Мы на осадном положении уже... очень давно. Какой план? Мы его еще обсуждали. Брат, думаю, тут я могу помочь. Если меня выслушают. Я не откажусь. Пожалуй, без меня твоя задача станет существенно легче. Закончишь, вернешься за мной. Эй, Кратос, пока ты помогаешь моей сестре, смотри, не подведи ее. Она ошибок не прощает. Боюсь, уже слишком поздно. Ну ладно, посмотрим, как обстоят дела. Расскажи о своей армии. Она перед тобой. Что, пятеро? Против армии Одина? Ну, считая пса, шестеро. Будь я проклят. Ага. Ты хоть знаешь, сколько их? Сколько их, где ходят, где караулят. Разведка у нас на высоте. У нас не хватает бойцов. Ясно. Ну, тогда давайте взглянем на карту. Теперь, когда можно сосредоточиться... Выслушай мои слова. Говори. Гнев, что вызывает у тебя твой брат, мне знаком. У тебя есть брат? Его звали Деймос. Когда мы были детьми, его забрали двое богов, одержимых пророчеством. Боги моей родины мало кого оставляли в живых. О том, что он не погиб, я узнал слишком поздно. Гнев настроил его против меня. Но я не переставал любить его. Ты считаешь мой гнев обоснован? Ты только познакомился с Фрейром и уже занимаешь его сторону? Я не занимаю. Нет. Просто делишься мыслями о том, в чем ничего не смыслишь.
Древний! Go!
удивительно, почему мне не удалось тебя убить? Я знаю, к чему ты это. Ты хочешь, чтобы я прониклась к тебе сочувствием? Я лишь пытаюсь помочь. Не нужно повторять ошибки прошлого. Незачем рассказывать мне о своих ошибках. Мне хватает моих собственных.
Все так и спешат дать мне совет. Как будто все знают, что мне нужно. Самой страшной потери я обязана тебе. Ты спасал меня, хотя я прямо запретила тебе это. Но это был мой сын, мое дело. Бальдер не был безупречным, но он был моим. Я знаю. Знаешь, ты считаешь, что можешь хоть как-то понять боль от потери ребенка? Да, могу. У тебя был ребенок. До Атрея? Ее звали Каллиопа. Каллиопа? Что случилось? Это было давно. Не отвечай. Мне не стоило спрашивать. Yeah!
Oh!
Yeah!
Yeah!